Итак, ребят, пора начинать. Всем снова приветики, добро пожаловать. Продолжаем потихоньку, очень потихоньку, проходить основной сюжет Honkai Star Rail 2.0. Надеюсь, у вас там слышно, видно нормально. Если что, пишите в чатике, так что там. Муза, пожалуйста, может не надо, а то я чувствую себя каким-то старым. Хотя... для тебя, наверное, я уже дядя. Ладно. Да ладно, называй как хочешь. Мне не критично. Да, давайте, давайте. Уже пора, все. Уже пора. Так, привет, Виктор. Привет, Муза. Привет, привет. Итак, на чем мы остановились? На том, что мы вышли из... мира грез и должны пойти встретиться с нашим экипажем, дабы обсудить то говно, которое случилось в конце предыдущего стрима. А именно, нас встретила Ханаби, отправила в типа... как они его там назвали? Что-то типа реального мира грез или что-то подобное. И да, там было, конечно, весело, мне понравилось. Илья, да, согласен. Вот дедуля не надо, рановато. Еще лет 30 хотя бы подождите. Первородный. О, спасибо, точно. Первородный. Ну, погнали. Встретимся с нашими. Смотрите, госпожа Химико. Я привела ее, как я и обещала. Вы же все-таки прекрасный голос у лебедя. Лэйси, ты в порядке? Мы не могли найти тебя ни в грезах, ни в реальности. И очень беспокоились. Ух, рада, что с тобой все хорошо. А это госпожа Черный Лебедь, хранительница памяти и сада воспоминаний. Вы знакомы? Значит, ты подруга Химико? Не совсем. Госпожа Химика сказала, что они занимались расследованием инцидентов в мире грез. Пока что нет, но благодаря тебе мы встретились снова и сможем узнать друг друга получше. Получше? Итак, Лэйси, как ты здесь оказалась? И что с тобой случилось? Так, рассказать все в подробностях. Значит, на тебя напала девушка в красном, владеющая искусством иллюзий и способная менять облик. Ребят, звук нормально, если что, пишите в процессе, я тут просто пресет немного поменял себе. Ее зовут Искорка, или Ханаби по-японски. Это недотепа в маске, проникшая на пеноконию. Не волнуйтесь, в этот раз она вас не побеспокоит. Думаю, сейчас она занята тем, кто хвалит себя за хорошо выполненную работу. Блин, мне нужно озвучить лебедя помедленнее. Похоже, вы хорошо ее знаете. Конечно. Я всех здесь знаю. На Пеноконии солгать может кто угодно, но память не врет. Так что я считаю нужным объяснить всем, что трюки госпожи Искорки могут вызвать галлюцинации. Но с этим странным сном она ничего общего не имеет. Это дело рук самой Пеноконии. Ну вот, примерно так, я думаю, нормально. Самой Пеноконии? Вы еще не осознали? Это так называемая земля грез. На самом деле, тщательно продуманный семьей сон, который непонятно как воплотили в реальность. И зона воспоминаний, в которую она попала, это и есть настоящий мир грез. Хаотичный, опасный, загадочный. Вечно меняющий свой облик лабиринт.
является домом для чудовища. Мем-зона воспоминаний. Это так монстра зовут. Она права. Вы еще помните, что вас окружало, когда вы вошли в мир грез? Так, а что там было? Часы, рыбы, глубокое море. Я помню часы. А, так все видели одно и то же? Помню, сначала я была в комнате, а потом прошла через зеркало и попала в длинный коридор. Галерея мыслей. Так ее называли в отеле. Вы заметили? Эти локации кажутся совершенно не похожими на Пинакуню из ваших снов. Но они поразительно похожи на мир грез, описанный госпожой Черный Лебедь. И правда, сначала я не придал этому особое значение, но оглядываясь назад, понимаю, что такое совпадение трудно не заметить. К тому же, судя по словам некоторых завсегдатиев, вообще правильно? К тому же, судя по словам некоторых завсегдатиев, первой остановкой при входе в сон должен быть отель. Но по ряду причин отель сейчас на ремонте. Что такое должно было случиться со зданием, чтобы оно нуждалось в капитальном ремонте? Объедините это с тем, что она только что пережила, и все поймете. Грезы Пинакуни тонут на наших глазах. Все приобретает первоначальный вид и проявляется в пучину глубокого моря. Зона воспоминаний. Тонет? То есть мир грез рушится? Встреча в отеле мира грез была предзнаменованием. Понятно. Этим можно объяснить противоречие между словами и действиями семьи. Я просто не помню, когда в последний раз я... Не, я, по-моему, такое написание вот завсегдатиев никогда не встречал. Ну ладно, бывает. Если бы это придали огласке, это бы подорвало безопасность гостей и запятнало бы доброе имя планеты праздность. Поскольку фестиваль гармонии уже не за горами, им наверняка захочется сохранить эту проблему в тайне. Теперь даже безопасность гостей не получится обеспечить. Разве чудовище, с которым она столкнулась, не является неоспоримым доказательством? Стоит ли мне напомнить, что это мем, зона воспоминаний? Как мог мне, предвестник смерти и убийства, появиться во сне, который семья называет абсолютно безопасным? Так значит, на Пинакуни солгать может кто угодно, даже семья. Госпожа Черный Лебедь, теперь мы полностью понимаем, какие у нас проблемы. Вернемся к вашему первоначальному предложению. По какой причине Сад Воспоминаний решил сотрудничать со Звездным Экспрессом? Скажу иначе. На этом настаивала лично я, а не Сад Воспоминаний. И ответ прост, госпожа Химеко. Мне нужен некий обмен, и он связан с памятью. Помимо своих обязанностей, у меня есть еще личная заинтересованность в эстетике вещей. Я коллекционер, хранительница памяти. И я тоже хочу пережить эти яркие, ослепительные, драгоценные воспоминания. Такой мотив легко понять. Правда? Что касается всех вас, безымянных со Звездного Экспресса и исследователей пути освоения, я верю в ваш потенциал, а также неповторимое великолепие, которое вы продемонстрируете на сцене. Это
Вот почему я хочу подружиться со всеми вами. Место, где встречаются кошмары и сладкие сны. Идеальная колыбель для памяти. Я понимаю. Но перед тем, как дать ответ, мы должны обсудить это между собой. Конечно. Не торопитесь. Почему у меня такое чувство, что за всем стоит лебедь? Потому что, ну, тот монстр, мем, как его там. Почему-то он, вот когда я увидел, напомнил как раз-таки ульту лебедя, когда у нее там тоже появляются эти руки. Ну, там чуть-чуть отличается, но все-таки схожести есть. Так что я не удивлюсь, если за всем этим стоит она. О, привет, Рейзи. Ну да, она сказала, что все врут, так что тут все врут. Одни обманщики, никому верить нельзя. Так. Что думаешь, Химико? Стоит отнестись к ее словам скептически. Она намеренно вводит в заблуждение. Но меня волнует худший исход событий. Если аномалия мира грез и впрямь существует, и это не естественное явление, а порождение чего-то умысла, это напрямую связано с приглашением часовщика. Как вы это поняли? Если не впадать в крайности, расклад такой. Тот, кто ответственность за сдвиг в мире грез, несомненно действует против семьи. Остается два варианта развития событий. Кто-то использует внешние силы, чтобы ослабить контроль семьи над Пинакони. Или семья тайно ищет помощи извне, чтобы уберечь себя. Но судя по зашифрованному сообщению на приглашение и реакции семьи, первый вариант вероятнее. Что означает, что приславший анонимное зашифрованное сообщение и тот, кто стоит за появлением аномалии, работают сообща. Возможно, это один и тот же человек. Но это же ни о чем не говорит. Подобными приемами пользуются как недотепы, так и загадочники. Разве КММ еще не расшифровали сообщение? Март, спокойней. Это просто предположение. Но если сообщение... не какой-то глупый розыгрыш, а попытка втянуть в конфликт освоение, мы не можем остаться в стороне. Давайте обсудим то, что мне удалось раскопать. Увы, новости плохие. Согласно надежным источникам, на Пинаконе видели высокого мужчину в серебряной броне. Я связался с кланом Гонщик и встретился со свидетелями. О, сам его встретили. Мы, кстати, его еще не встретили. Вот что мне удалось найти. Лесси, прислал тебе данные. Взгляни. Меня слышно? Звездный экспресс. Давненько не виделись. Как дела на Пинаконе? Господи, какой божественный голос у Брони. Это хакерша. Перейду сразу к делу. Я знаю, что вы расследуете аномальное явление, происходящее на Пинаконе. Или скорее, приятно видеть, что вы этим занимаетесь. Потому что чем глубже вы копаете, тем ближе подбираетесь к раскрытию истины об этом так называемом прекрасном сне. Семья явно что-то скрывает, верно? Что ж, мы получили ценную информацию, и по доброте душевной я решила поделиться ее с вами. К сожалению, это значит, что ваш идеалистический отдых в раю подходит к концу. Введите эту строку кода при погружении в чашу сновидений. То устройство, которое вы используете для созерцания грез. И посмотрите, какие секреты таит скрытая карта. О, координаты уже у вас. Просто скопируйте их.
А еще, я так понимаю, вы уже слышали о Сэме. Дождитесь встречи с ним. Он простодушный парень, который ценит честный бой. Я думаю, вы с ним прекрасно поладите. Не поддавайтесь его энтузиазму. Поладим? Надеюсь. Ах да, он поручил мне передать вам сообщение. Спектакль о недостижимом сне вот-вот начнется. Различные фракции уже принимают меры. И вы не отставайте, безымянные. Желаю вам удачи. Охотники за Стеллароном? Они добрались даже до Пинаконии? Нигде от них не скрыться. А то. Ситуация ясна. Планета празднеств не так проста, как кажется. Все крутится вокруг наследия часовщика. У каждой фракции внутри семьи свои мотивы, а каждая пытается сорвать планы соперника. Мы не знаем, что представляет собой это наследие, но эта борьба рано или поздно затронет невинных посторонних. Это всего лишь вопрос времени. Сэм, расплавленный рыцарь, плод генной инженерии, в прошлом воин железной кавалерии глотеромеров. Он обладает сверхъестественными... Нет, он обладает сверхъестественным восприятием, решительностью и никому не дает спуску. Он также опасен, как Кафка или Блейд. Это письмо, угроза. Должно быть спрятанная карта, о которой говорила Серебряный Волк. Это запечатанный отель в мире грез. Учитывая, что нас ждет, нам следует туда наведаться. Так, что у нас там? Good Games, Doc. Ребят, на Твиче все нормально? Ну, Грейди, да не, я хочу как бы... Посмотрим, короче, поживем и увидим. Так, все, вроде пошло. И опять он сдох. Короче, ребят, все на Twitch. Good Game сдох опять. Так, стоит ли оповестить семью? А что, если они все узнают? Может, это ловушка охотников за Стелларонами? Так, окей, ребята на Твиче, вижу вас, все хорошо. Каким стримом? Вижу, у меня другие стримеры тоже не работают. А вот этот работает. Вот этот нет. Короче. О, все, пошло. Так, ребят, пошло, все работает. Ну, как видите, Good Game сегодня колбасит, поэтому лучше переключитесь на Твиче на будущее. Так. Если у семьи возникнут вопросы, мы честно скажем, что Экспресс занимается охотниками за Стелларонами. Уверен, они поймут. Наш следующий шаг будет завести... будет зависеть от действий противника. Значит, решено. Давайте вернемся и оповестим госпожу Черный Лебедь. Давайте. Вот она. Госпожа Черный Лебедь. Экспресс готов с вами сотрудничать. В зоне воспоминаний нам понадобится проводник. К вашим услугам. Я вас не подведу. Лейси, Март, возвращайтесь в номера. Погрузитесь в сон. Если все пойдет по плану, мы встретимся в вестибюле отеля. Уже в мире грез. Я останусь в реальности и буду присматривать за вами. Если будет необходимо, то проведу переговоры с семьей. Полагаю, вы не возражаете, госпожа Лебедь. Похоже, завоевать ваше доверие будет непросто, хоть я и
посла ваших друзей. Разумеется, я не возражаю. Пострадает лишь мое самолюбие. Мы на тебя рассчитываем, Вэлд. Что касается нас, нужно подготовиться к встрече с истинным обликом мира грез. Мы будем заняты некоторое время. Интересно, светлячок уже вернулась в реальность? Ее контактная информация у меня нет. Прошу черного лебедя. Ну, спросим. Спросим потом. Лейси, ты, кажется, встревожена. Беспокоишься о той девочке? Можешь поделиться со мной. Но в этом мире никто не унимает сердечную боль так хорошо, как хранитель памяти. Так. Ключок безопасности. Ты можешь это подтвердить? Не волнуйся. Путь к реальности в один конец. Только если девочка не настолько упряма, что откажется проснуться, а это невозможно. Наверняка сейчас она где-то в отеле. Вытирает глаза. Надеюсь. Спасибо, что спасла меня. Я сделала то, что должна была. В конце концов, ты особенная. Тебе приковано столько глаз, и они следят за каждым твоим шагом. Ну, мы это, да, заметили, да. Особенно все-таки. Мы главный герой тут. Так, если честно, я не особо доверяю хранителям памяти. Похоже, тебя с нами связывает не самые счастливые воспоминания, но очевидно, тебе наш союз кажется наиболее разумным. А также мне и экипажу экспресса, разве нет? Значит, ты можешь мне доверять. Конечно, я здесь не единственный хранитель памяти. Пинакония впервые открыла границы для фракции, входящей в семью. Сад должен запомнить это историческое событие. Так что можешь попробовать заручиться поддержкой остальных, если тебе удастся их увидеть. Хе-хе. Еще мне нужно их увидеть. Так, ты не пойдешь в свой номер? Нет, я буду сопровождать вас на пути в сон, чтобы защитить хранителям памяти. Не нужна чаша сновидений. Блин, как удобно. Можно мне так же? Окей, окей. Добро пожаловать на Пинаконию, дорогая гостья. Так, погнали. Снова знакомая комната. Сюда, дорогуша. Протос. Сразу после стрима. Как назло. Что-то не так? Тебе плохо? Все хорошо. Не хорошо. Не, все хорошо. Замечательно. Я знаю, что ты отличаешься особой чувствительностью к мемории и больше подвержена влиянию мира грез. Это еще одна причина сопровождать тебя. Я помогу. Сейчас тебе станет легче. Не волнуйся, твои друзья в безопасности. Перед тем, как я вошла в сон, каждый отдал мне свою личную вещь. Это позволит мне ощутить их присутствие в зоне воспоминаний. Они в своих номерах и уже проснулись. Я тебя успокоила? Можешь идти дальше. Время не ждет, и нам стоит поспешить в вестибюль. Номер Марта. Нужно с ней встретиться.
Так. Статуэтка. Вы обращаете внимание на холодное присутствие знакомца. Им оказывается статуя гончей. На мгновение вы с удивлением замечаете, что гончая словно теряет стабильность. Миг спустя ее поглощает искаженная зона воспоминаний. Ну да, тут еще птичка. Так, да здравствуй, короче. Эйная утварь из набора начинает дрожать, словно они хотят что-то сказать. Надо уходить. Вот-вот прорвется. Хватит сеять панику. У нас есть люди и оружие, мы справимся. Своими силами. У тебя совсем крыша поехала. Да нас... разобьют на осколки. Ничего, ничего страшного. Мы же... сорви головы, и мы в бегах. Помните? А теперь... присядьте и выпейте. Мы справимся. Мы точно это преодолеем. Чё? Ладно. Это было забавно. Так, наклейка. Так. Воспоминания подсказывают, что это номер Марти. Если судьба будет богосклонна, она проснется здесь. Марта там? Вы стучите, но на стук никто не отвечает. Ты внутри? Мы скоро отправляемся. Вы снова стучите, но на стук никто не отвечает. Март, это я, Лейси. Вы стучите громче. Никто не отзывается. Знаю, о чем ты думаешь, но, увы, девочки тут нет. Это не ее номер. Как только ты вошла в зону воспоминаний, конструкция здания потеряла всякий смысл. Я чувствую, что девочка сейчас где-то очень далеко. А пока, если хотим найти вестибюль, о котором говорил навигатор, нужно приложить больше усилий. Окей. Как раз и лебедь с нами в пати. Так, бедные слепые создания. Странно, я еще что-то присутствие. Кого же? Это она? Как такое возможно? О! Ей, Ахерон. А здесь совсем нет персонала? Не, ну эти ребята похожи на персонал. Просто злобный. Да? Что ты здесь делаешь? Ты снова потерялась? Вы знакомы? Ну, в японском она спросила, что вы здесь делаете. Да, ладно. Да, это хранительница памяти, о которой я говорила. Ладно, покончим с любезностями. Будем работать сообща и избавимся от этих слишком дружелюбных детишек. Я у вас долго. Спасибо за помощь. Грэди, я знаю про это, я уже поймал спойлер. Вот, кстати, да, вот, я все думал, какой спойлер я поймал. Я вот... Он что, сейчас будет, что ли? Мне не повезло в этом плане. Это все, что я поймал. Пока что. Так. Я то 静かになったな.
Наконец-то тишина и покой. Что вы тут делаете? Тебе тот же вопрос? Долгая история. По счастливой случайности, как она должна помнить, подружилась с гончими и помогла им выследить преступника. Только вот почему-то оказалась здесь. Знаете, я вот все думал, в чем причина, что у нее есть красные фразы и белые фразы? У меня есть две теории. Первая. У нее две личности. Второе. Одна, даже не так. В один момент он говорит, она из нашего времени, в другой момент она говорит из будущего, какая-то ее другая версия. Короче, трудно это объяснить, но вот как-то так. Как на самом деле узнаем? Ты тоже ничего не скрываешь, правда? Скрываю. Не думаю, что от хранителя памяти можно что-то скрыть. Ну, кстати, да, еще есть момент с тем, что вот когда были белые строки, она как будто что-то забывает, вот вспоминая тот момент в начале. Я не придал этому большому значения сразу, но когда на монтаже я, ну, редактировал и убирал свои ошибки в произношении, я заметил этот странный момент. Так, Грэди, типа, красный текст — это вранье, а белый — это правда? Окей, все равно, чем это обусловлено. В общем, посмотрим. Будет ли какой-то ответ в этом обновлении, или придется ждать. Так. Это правда. Я вот могу скрыть. От меня. Я совсем не это хотела сказать. Это просто... выражение такое. Вы прибыли очень вовремя. В мире грез очень опасно. Может, будем действовать вместе? В конце концов, цель у нас одна. Я могу защитить вас, но в зоне воспоминаний мне также понадобится помощь хранителя памяти. И если вы наткнетесь на кого-то из семьи, компания вам не повредит для переговоров. Ну, что ты думаешь, Лейси? Чем нас больше, тем лучше. А Херон можно доверять. Думаю, это плохая идея. Нет, ни за что. Прости, не расслышала. Можешь повторить? Нет. Прости, не расслышала. Можешь повторить? Ну, собственно, да... никаких проблем. Угу. Ну, насчет вранья теперь я понял, почему, да, потому что, стоп. Я тут хочу другое выбрать. Что происходит? Опять это странное чувство. Спасибо, Лэйси. Я очень тебе благодарна. Но я же сказал нет. Приятно вновь поутешествовать в этой компании, Черный Лебедь. Очень надеюсь. Ну да, наше мнение имеет значение. Выпей меня, искательница грез. Он приглашающий указывает на свое пузырящее тело. Так, ладно, мне нужно наклейку взять. Так. Да, что-то тут как-то все не очень стабильно выглядит. Сейчас нужно еще Ахерон в пачку добавить. Так.
Я тупой, безмозглый и уродливый. Из меня никогда не получится хороший часик. А починим и получится. Так. Ты работаешь, ты. Забыл. И два. Что-то я думал сложнее будет. Ну, Грэди, я еще новый сет не видел, так что... КЗ, что там? Но нужно будет теперь почитать, когда ты сказал, обязательно почитай, что там написано в новом сете. Комната. Почему она перевернутая? Облик зон воспоминаний постоянно меняется. Похоже, мы должны. И типа потолку? Что-то вроде этого. Да не в первый же. Мы стоим на потолке. Разумно, Ахирон. Нам нужно попасть на плоскую поверхность. Тут над нашими головами. Не по колоннам, конечно. Я научу вас паре приемов перемещения по зоне воспоминаний. О, давай. А если так, чувствуешь, как тебя окружают потоки мемории? Блин, я надеялся, она реально чему-то новому научит, а это просто та же фишка, как и раньше было. А вы достали. И готово. Как же мне нравятся эти арканы у лебедя. Все-таки выбивать лебедя стоило. Оба, оба. Так. О, там еще сундук. Стоять. Ну, концентрат. Это, скорее всего, только тут. Ну, посмотрим. Потому что я не помню, где я видел похожую фишку с текстом разного цвета. Это было в игре, где там персонаж как раз таки имел две личности. И одна личность говорила о белым текстом, а другая там... Я не помню. Синий был, по-моему, или что-то подобное. Было очень давно какая-то старая игра. Так... Ага. Как мне туда попасть? Ладно. Сейчас не будем слишком сильно отвлекаться на всякое разное. Давайте сначала сюжет пройдем, потом уже все остальное. Работало, ты можешь ходить по стенам. Вау! Жать. А, концерт, понятно. Я думал,
Что-то официальное нашел. Готово. Напомню, ГГ у меня в пати для, так сказать, атмосферы в сюжете. Хорошо получилось сзади прямо. Включаем ускорение обратно. Блин, я вот смотрю на эту обезьяну с бухлом, и она мне напоминает какого-то персонажа из какого-то мультика. Я не помню, где это было, Симпсонов? Да не, вряд ли. Кто-то, короче, другое. Почему нельзя туда прыгнуть? Блин, вот что-что, вот эти данжи мне реально очень нравятся. Действительно, какое-то разнообразие по сравнению с тем, что было на Лофу. И на Белобоге. Так, привет, птичка. Тут сильно, ну это заметно, да. А я вот пытаюсь вспомнить, где я это видел, как у мультики. Честно говоря, у меня еще какие-то вайбы от Kingdom Hearts. Именно старых. Первой и второй части там тоже же использовали старые диснеевские мультики. Угу. Не, прикольно, прикольно. Мне очень нравится эта стилистика и вообще Эпинакони. Она прямо завораживает. И я вполне могу понять людей, которым это не нравится. Я видел мнение, что типа не очень. Им просто не нравится вот этот. Искажена, отлично. А вот и новый сет. Грейди, ну да. Ну, как бы отличается как минимум довольно сильно от предыдущих двух локаций. Действительно чувствуется как что-то новенькое, свеженькое. Не знаю, чем они порадуют нас уже в обновлении 3.0. Но тут, конечно, все прикольно. А я говорила, что будет непросто. Заместно. Это дверь. Тоже запертая? Так будет со всеми. Дайте-ка я попробую.
Хранительница памяти закрывает глаза. Она будто мысленно ощупывает номер и каждый уголок. Каждую щель за ее пределами. Зона воспоминаний сильно искажена. Приходится использовать грубые методы. Прошу, дайте мне немного времени. Есть. Я вижу недро мира грез, членов семьи и какие-то силуэты, которые пытаются отыскать путь. Кажется, твои друзья плохо справляются. Раз, два, три. Стоп. Кто третий? Кто еще ищет проход в вестибюль? Неужели? Ну, это же она. Искорка, светлячок. Девочка, которая была с тобой? Светлячок? А она тут что-то делает. Может, ты ошибаешься? Сказала, что она вернулась в реальность. Меня это удивляет. В зоне воспоминаний есть некое очертание, сильно похожее на нее. Зачем ей погружаться так глубоко в мир грез? Она бежит. Убегает? Что-то ее преследует. Плохо дело, нужно торопиться. Ну, погнали. Надо спасать новую вайфу. У нас нет времени, придется мне нарушить правила и помочь вам пробраться через зону воспоминаний. Я не сдамся. Так, прямо сейчас я ухватилась за знакомые воспоминания. Она не просто старая подруга. Что появилось тут? Она видела, как ты оказалась в опасности. Мем зоны воспоминаний. Он тоже тут. Ну, значит, будем бить сейчас его. Снова. Хотя, лебедь, почему он тут, интересно? Не по твоей вине. Так. Ну, кстати, да. До этого она что-то молчала про него. Что странно, она, по идее, должна все знать. Двери лифта закрываются, ваши мысли, подхвачены бурным потоком, тонут в глубинах бездны. Когда двери снова открываются, что ждет вас? Пожалуй, никто не сможет ответить на этот вопрос. Неописуемая текучая сущность. Тьма бежит из груди к горлу. Кто-то душит вас изнутри, а затем вы слышите голос. Во сне я видела выжженную землю, сквозь которую пробивался росток. Он расцвел с первыми лучами солнца и кое-что мне прошептал. Знаешь, почему люди выбирают грезы? Я думаю... Кто-то вздыхает последний раз. Это потому, что они боятся пробудиться ото сна. Берегитесь. Нам приближается что-то опасное. Будьте начеку. Ладно, потом разберемся. О, а вот и она. Ха-ха.
Чё, так рано? В смысле? Эй, алё. Ну, в реальности она живая, мы же типа в мире грёз, да? Лесси, ты в порядке? Что это было? Это сон? Лесси, посмотри на меня. Успокойся. Дыши глубже, хорошо? Давай я. Расслабься. С тобой все будет в порядке. Не переживай, все нормально. Все так неожиданно. Не, ну я как бы надеюсь, что да, все хорошо, как бы. Ну, рановато. Чтобы кто-то умирал. Мы еще не успели нормально с ней и время провести, потому что то, что нам дали, это маловато. Как бы хотелось бы побольше, чтобы больше привязаться к ней. Хотя, если ее потом убьют, это будет не очень приятно. Ну ладно. Так что я надеюсь пока что на лучшее. Я не верю. Простите, но мне нужно ненадолго отлучиться. Смерть все еще бродит неподалеку. Я должна лично позаботиться о безопасности госпожи Ахимико и госпожи Март 7 и предупредить их. Лэйси остается на вас, госпожа Ахиро. Мне жаль, что так произошло. Я была слишком сосредоточена на этой девушке и оступилась. Именно из-за моей нерешительности она погибла. Мне очень жаль, Лэйси. Это не твоя вина. Но ты не вступила в бой, почему? Угу. И лебедь почему там стояла, как будто ей нормально и это все ожидала. Прости, мне не было выбора. В смысле не было выбора? Так, сейчас главное понять, что произошло. У нее тоже не было выбора. Я понимаю твой гнев, но сейчас не время. Готовься к охоте, мы должны быть начеку и думать о том, где прячутся настоящие враги и как победить их. Как я могу быть спокоен, когда няшу убили? Не позволяй боли диктовать твои мысли, Лэйси. Только будь в гармонии с собой, ты будешь идти по верному пути. Однажды мне кто-то сказал, сострадание к врагу — это жестокость к себе. Однако важно четко понять, кто твой настоящий враг. И после этого ты поймешь, какую цену платишь за каждый взмах меча. Это единственный совет, который я могу дать тебе от человека, обремененного кровавым долгом. Я вернулась. Лэйси, госпожа Химико, хочешь кое-что тебе сказать? У нас есть хорошие новости и плохие. Что там еще? Хранительница памяти протягивает пузырь памяти и знаком показывает приложить его к лбу. Вы подчиняетесь.
Тело охватывает лютый холод. Затем перед глазами встает ясная картинка. Вы видите, как семья окружила химика и Март-7. Рядом, незамеченная, стоит черный лебедь. Все ясно. Уходите в безопасное место. Лэйси пойдет с тобой. Если будет время, сначала займите светлячком. Встретимся позже, у статуи часика. Воспоминания из пузыря на этом заканчивается. Поэтому я должна выполнить просьбу госпожи Химика и вернуть вас в реальность. Лэйси, рада, что ты в порядке. Доберемся до безопасного места, а потом поговорим. Черный лебедь, ты собираешься открыть что-то вроде телепорта? Я бы не советовала. Ее психическое состояние стабильно. Нам стоит избегать грубых способов перемещения. А еще в пути мы сможем помочь светлячку, верно? Поблизости остались следы ее присутствия. Пусть они станут частью твоей памяти, пока не исчезли совсем. Будет неплохо, если мы начнем поиски по пути. Идем. Нужно найти другой путь. Простите, но можете подождать меня еще пару минут? У меня осталось незаконченное дело. Какое? Вы провожаете Херон взглядом. Она растворяется в иллюзии. Вы видите, как она замолкает. Глаза смотрят вниз, губы сомкнуты. Спустя мгновение она наклоняется, как будто хочет что-то подобрать, и вновь встает. И пусть смерть положит конец твоему безграничному сну. Проводя тебя обратно в реальность. Вперед. Сюда, за мной. Что-то мне это не нравится. Какая точка где? Кстати. О. На полу лежит практически исчезнувший смартфон. На экране неотправленное сообщение с фотографией двух улыбающихся людей. Вы поднимаете смартфон. Смартфон полностью растаял в пузыре грез. Так, вот это очень важная вещь, спасибо. Заметил.
Ну ладно. У меня очень много вопросов. Много непонятно. Посмотрим, как дальше все будет развиваться. Надеемся на лучшее. Там посмотрим. Что происходит? Почему мемори становится жарко? В смысле жарко? Это очень... Это что, обугленные останки? От них еще поднимается дым. Злодей не мог уйти далеко. Полагаю, можем притормозить. Так. Так, остатки существа, испрещенные узкими и глубокими бороздами, обугленными от сильного жара. В бороздах пляшут и мерцают искры, словно осколки звезд, готовясь сорваться к Эону небытия. Монстр. Так. Остатки существа пронизало неизвестное оружие. Обнаженные внутренние ткани, похоже, быстро испарились от сильного жара. Вы не можете подойти ближе. От растерзанного тела идет горячий пар. Похоже, этот монстр погиб от гипертермической реакции. Кто мог такое сделать? Неужели это Сэм? Поняли? Что-то не так. Это свежие следы, как будто злодей только что ушел. Имеет ли это создание какое-то отношение к случившимся? Я не могу ничего сказать, у нас слишком мало сведений. Прислушайся к интуиции. Ты сама сказала, память не лжет. Если опираться на воспоминания остатков, наш злодей высокий и куда сильнее взрослого мужчины. Он работал быстро и эффективно. Все тела поражены одним ударом. Возможно, это наемник или убийца. Все тела пораженные одним ударом. Возможно, это наемник или убийца. Да. Описание подходит под Сэм, я бы сказал. Он вошел через вестибюль и направился вглубь отеля. Если я не ошибаюсь, он точно видел все, что здесь произошло. Нет, забудь. Мы должны поспешить к зоне воспоминаний, где отпечатались... Присутствие светлячка, учитывая на то, способен злодей. Если он намеревается пойти туда, то никого не оставит живых. Идите сюда. Попробуем открыть для вас стабильный проход. Ну, погнали. Так, какого черта здесь происходит? Это тяжелые шаги манят вас впереди. Словно мотылек на пламя. Души призывают вас снять с себя груз и войти в этот бесформенный вход. Там вы отбросите всю фальшь. И примите истину, научившуюся жить вместе с древним сновидением. Увы, или наоборот, на ваше счастье вы не можете пройти. Печально. Я бы хотел пойти.
Смотрите, за пределом вестибюля строение обратилось в хаос. Сюда, по этому коридору. И осторожнее. Не потревожьте мема. Окей. Грейди, кстати, да, действительно, есть что-то похожее на контрол. Это завораживающее зрелище. Это то самое помещение? Да, если быть точнее, оно прямо под нами. Прямо под нами. Не похоже, чтобы тут можно было пуститься. Собираешься научить меня проходить сквозь стены? Вы не можете пройти сквозь физические объекты, как хранители памяти. Но я придумала, как вам попасть в комнату прямо под нами. Все очень просто. Видите люстру? Создадим несколько еле заметных движений. Помнишь, чему я тебя научила? Почувствуй поток мемории. Взберись по стене, а затем приблизься. Окей. Так. Эть. Так, до пяти, понятно. Так, а тут что? А. Загадка. Еще. Блин, надо бы контрол все-таки пройти когда-нибудь. Но это не будет сегодня или завтра, к сожалению. На Хонкай нет времени. И контрол еще. Смотри, одинокая цепочка. Поздоровайся. Здрасте. Слушай, это разумно и очень просто, так? Мы собираемся прыгать? Не волнуйся, сейчас я все сделаю. Соберу пузыри грез для мягкой посадки. Вот так. Мы благополучно приземлились. Это потрясающе. Не повторять, если рядом нет хранителя памяти. Что ж. Пора бы отправить этих любопытных малышей домой, да?
Понятно, ребят? Так, не повторяй такое, если хранители памяти нет рядом. Плохо может кончиться. Отлично. Теперь нас никто не побеспокоит. Я покажу небольшой фокус. Ну, фокус. Показывай. Готовы? Только не удивляйтесь. Это светлячок? Да. След в этой комнате — это воспоминание о ней. Легкие вибрации на полу, исчезающее отражение на экране, поток мемории. Я собрала их и восстановила фрагменты. Что касается общей картины, ее придется восстановить. Спешим. Мне тяжело воспроизводить воспоминания такого масштаба. Прикольно. Тогда Лэйси и я столкнулись с этим существом. Если я не ошибаюсь, оно как-то связано с часовщиком. Она упомянула тебя. Тебя нет рядом, а она все равно зовет тебя по имени. Похоже, вы были близки. Ну? Кажется, она делится с кем-то своими находками. И? Это как-то связано с часовщиком. Вот это интересно, с кем же. Она даже не представляет, что станет жертвой. То же самое, понятно. Я думал, что-нибудь еще новенькое будет. Если бы я могла попытаться еще раз. Она смотрит на экраны. Может, на свое отражение? И что значит попытаться еще раз? Идем. Идем? Не кто-то еще? Спокойно. Светлячок, спокойно. Кажется, она сильно нервничает. Да? Что так сильно ее беспокоит? Судя по всему, светлячок и ее спутник вошли в коридор вместе. Думаю, спутник у нее только один. Почему лебедь становится все подозрительнее и подозрительнее с каждой фразой? О. Так, да, окей, мы поняли. До свидания. Стоит. А нет, показалось, там что, тоже что-то есть. Ты? Мы так не договаривались. Обстоятельства изменились, ее спутник, похоже, отказался от первоначального плана.
Но, судя по последствиям, именно это и есть истинное намерение этого человека. Там еще один призрак был, где? Вот я больше никого не вижу. Вот один, два, три, четыре. Всех четырех мы этих тыкали. И все, больше никого нету. Почему? Кто заставил ее пойти именно этим путем? И любопытно. План гонщик ищет преступника, которого описывает как высокого мужчину в серебряной броне. Понятно. Понятно. Она с Сэмом была. А может, она и есть Сэм? Не, нет. Дверь не открывается, это тупик. Судя по этим обрывкам информации, спутник светлячка предал ее, запер в этой комнате и бесследно исчез. Но почему? Она упомянула, что сделка касается часовщика. А этот ущемляет интересы многих людей. Может, они хотят присвоить наследие, или заткнуть тех, кто слишком много знает, или в зоне воспоминаний лежит какая-то тайна, и для ее разгадки нужна особая приманка. Ты имеешь в виду светлячка? Я писала худший исход. Но подумай вот о чем. Если наш злодей сейчас находится поблизости, почему он нас не трогает? Если только... Мне вот еще что интересно. Откуда лебедь знает, что это кто-то... Ну, что это он. Что это какой-то парень. Потому что, судя по тому, что я вижу в тексте на русском и слышу на японском, она явно намекает, что типа это кто-то мужского пола. Кто сказал, что это парень? Может, там какая-то девушка с ней? Подозрительно. Может, это не имеет отношения к телу, но тем не менее, подозрительно. Если только его не заботит что-то еще более важное, и ему нужно утверждение. Она ушла через боковой коридор. Да. Не, ну лебедь как-то слишком подозрительно себя ведет. Конечно, можно списать на то, что она просто очень хорошо умеет разбираться с такими делами. Она все-таки памятью связана, все дела. Ну, кстати, вот процесс, ты действительно задал интересный вопрос. Почему воспоминания показываются только светлячка, да? Она нас прямо натравливает. Да, она как будто реально ведет нас за ручку специально. В общем, очень интересно. Насколько это уже читали? Проверил на всякий случай, если есть что-то новое. В общем, да. Здесь есть проход. Непредсказуемый путь ведет к странствующему мимо зоны воспоминаний. Она безнадежна, в ней заблудилась. В общем, если лебедь не окажется кукловодом, скажем так, всего этого, это будет, конечно, хорошо. И будет что-нибудь другое.
Но все намекает именно на нее пока что. Это выход. Так я смогу выбраться. Жаль, что путь этот ведет к логову смерти. И, кстати, еще не удивлюсь, если она заодно с Авантюрином. Только вот вопрос, зачем ей это? Жаль, что путь этот ведет к логову смерти. Наконец-то я снова в вестибюле. Если дело обстоит так... Она думала, что ей удастся сбежать, но... А, все. Ну, а это конец. И сюда. Похоже, нас кто-то поджидает. Готовы выйти на сцену? Сэм, охотник за Стелларонами. А вот... Осторожнее. Галактический рейнджер. И хранительница памяти. Уходите, и никто не пострадает. Иначе вы все умрете. Тогда дай нам уйти, мы как бы... Игра в сыщиков окончена. Вам тут не место. Ну, здравствуй. Так, что происходит? Может, мы пообщаемся? アクションは実行。強調よ。あら、私だ。全員死刑。私は大会に火をつける。悪鬼は俺様だけで十分だ。 Ну, кстати, да, что еще интересно. Про нас он ничего не сказал. Он на них напал. Как бы, если бы они свалили, и мы остались одни, возможно, все было бы иначе. Сайякнечка. Помедленнее, пожалуйста, и записываю. みんなそこで深淵を迎えよ。アクションする実行。アクションは実行。呼吸する。ターゲットロック。一生懸命。みんなを守って。あら、優しいんだ。戦闘中。立ちなさい。全員死刑。 Блин, он клевый, мне нравится. Битва с ним, конечно, довольно прикольная.
Их чуть-чуть осталось. А, это скрипты, окей. Двойная ачивка. Уступим им сцену, дорогуша. Я? Вот это представление. Я же говорил. Значит, я попал в точку, что они заодно. Благодарю за труды, хранительница памяти. Стравить врагов — изящный ход. Когда я впервые увидел вместе рейнджера и охотника, мое сердце замерло. Не думал, что тебе удастся разжечь между ними вражду. Как и было обещано, меня привела дитя. Сделка завершена. Эх ты ж. Ну, да. Ну, ожидаемо, ребят. Собственно. Так, что происходит? Вы союзники? Черный лебедь, ты! И там куча неплохих слов, да? Надо ее связать и в мешок. Похоже, наша безымянная подруга все еще не понимает, в чем дело. Я объясню. Если вкратце поблагодари вот эту даму, она не только не предала тебя, даже наоборот, спасла. В смысле? От галактического рейнджера. Именно, выражение шока на твоем лице просто бесценно. Подруга, будем честны. Эта женщина Ахерон не так проста, как ты думаешь. Она назвалась галактическим рейнджером. На самом деле она эманатор, что несет смерть и предвещает конец. О! А тут, собственно, у нас текст. Тоже поменял цвет, только не красный в этот раз. Интересно. Это типа намек, что это правда действительно? Ну ладно, интересно, интересно. Да, Ахерон несколько странный, но эманатор... Монатор чего? Возможно. Чего мне тебе верить? Невозможно. Ахерон была там. Ты ошибаешься. Может, охоты, или разрушения, или даже завершенности. Неважно. Все эти пути ведут к одному и тому же. Поделюсь с тобой секретами КММ, подруга. Знаешь ли ты что-нибудь о герцоге Инфернального Огня, Ифрит с Питоры? Ну да. Неплохо, так я и думал. Тогда опустим подробности. Герцог Инфернального Огня — это огненный демон Фиторы. Он представляет собой энергетическую форму жизни и, по слухам, был создан одним гением. Вместе со своими головорезами он основал вечно горящий особняк. Банда считала своим покровителем Нанука, но на самом деле волю разрушения исполнял герцог. Они жгли, грабили и не пощадили даже другие банды уничтожения.
Не знаю, куда смотрела семья. Возможно, все это плод чьего-то замысла. К всеобщему удивлению, эти ребята тоже получили приглашение. Как может вечно горящий особняк отказать? Они поклялись утопить планету празднеств в огне. Но беспокоиться не о чем. Они не придут. А знаешь почему? Нет. Потому что Ифрит мертв. А, ладно. Что случилось? Неожиданный поворот. Банда была уничтожена на пути сюда. Нападавший обладал выдающимся мастерством. Он безжалостно убил Ифрита и стер приглашение банды уничтожения. Вечно горящий особняк распался, и все его члены разбежались. Вскоре на Пиноконе прибыла галактический рейнджер и заселилась в отеле с одной лишь музыкальной шкатулкой. Мне продолжать, подружка? Это была Ахерон. Мы не можем исключить остальных. У тебя есть доказательства? Где ваши доказательства? Галактические рейнджеры появляются и исчезают, словно тени. Они редко контактируют с другими. Легенда у нее практически идеальна. Если она будет молчать, то мы не сможем привести никаких прямых улик. КММ может инициировать расследование. Но это займет некоторое время. Так, ну, да, как бы, если она его убила, то да, по сути, спасла Пиноконию и типа... Все хорошо. Ну, возможно, за этим что-то еще кроется, может, сейчас узнаем. Какая-то ее мотивация. Так что, подруга, выбор за тобой. Можешь уйти и навсегда потерять возможность узнать правду. Или принять приглашение и выяснить эту правду. Правду, способную навсегда изменить Пиноконию. Мне понадобится твоя помощь, так что я подожду. Но недолго. Как только будешь готова, следуй за мной. Ты увидишь всю правду. Затем решай, хочешь ли присоединяться ко мне. У тебя будет время подумать. Херон, эманатор какого-то конкретного Айона. Можно ли верить Авентюрину? Но он дал мне выбор. Возможно, стоит еще раз поговорить с Черным Лебедем. Привет, стратег. А я могу тупо свалить? Так. О! Че, серьезно, можно? Ладно. Авентюрина тут нет. Вы знаете об этом и о том же. И он тоже. Вы можете вернуться и выяснить все у него напрямую. Но если продолжать идти вперед, то это будет означать отказ. Вы тщательно все обдумали и отвергли приглашение Авентюрина. На этот раз он молча смотрит, как вы покидаете зону воспоминаний. И не просит вас остановиться. Вы возвращаетесь в реальность и воссоединяетесь со своими товарищами. После обстоятельного разговора экипаж Звездного Экспресса решает помочь Пиноконии и выяснить, что КММ имеет за заговор, короче. Посетители с дурными намерениями изгнаны. И фестиваль гармонии проходит гладко. Вы наслаждаетесь празднеством в роли почетных гостей. Пусть это длится вечно и пусть мы никогда не проснемся. Хонкай Старейл. А, чё, всё? О, ребят, мы прошли Хонкай. Отлично. Можно удалять игру. Я доволен. Отлично. Игра пройдена. Привет, стратег. Искорка в роли Искорки. А почему остальных нету? Особая благодарность.
Так, это какая-то шутка, да? Я так понимаю. Wait, what? В смысле, игра выключ... Нет, это серьезно? Да, серьезно. Ну, прикольно, нас бросили в главном меню, типа, все. Ребята, ну да, вот один, одна из концовка. Если вы хотели тут закончить Хонкай, вот, да. Прикольно. Это реально было прикольно и неожиданно. Так, ну ладно, все. А теперь давайте посмотрим на другой вариант. Если мы хотим еще поиграть. Азурубель, правда? Интересно. Не, ну если бы аккаунт еще удалился, это было бы вообще прикольно. Тогда бы я точно перестал играть Хонкай. Но, блин, это было бы, конечно, больно. Только посмотрите, выглядишь как зверушка, попавшаяся в капкан. Все еще хочешь поговорить со мной? Хорошо. Я не против снова сыграть роль твоего психотерапевта. Ты предала меня. Признаю, я заключила сделку с этим джентльменом и пообещала привести тебя к нему. Но я привела тебя в безопасное место. Ты нужна ему. Без тебя он не сможет вернуть себе Пинаконию. Учитывая его потенциал и те бесценные воспоминания, что я смогу добыть с его помощью, я решила стать его союзницей. Так, ребят, секунду, отвлекусь на пару минут. Тут у меня шум за окном. Так, сорян. На Пинаконе все лгут. И да, я тоже. Я не буду это отрицать или просить прощения. Но помнишь ли ты, что я сказала? Не верю в твой потенциал. И это чистая правда. Сад воспоминаний желает стать свидетелем того, как Звездный Экспресс освоит космос. Я буду бережно хранить эти воспоминания. Мне незачем вредить вам. Я продолжу помогать, если вы готовы принять мою помощь. Ты мне уже помогла, да. После этого, конечно, я буду тебе доверять. Так. Вижу, мне пишут про концовку, которая еще в начале была. Ну, откуда я знал? Тут тоже вот как-то случайно пошли туда. Так, можно ли доверять авантюрину? Тебя удивит мой ответ. Я считаю, что он прекрасный делец и потому надежный человек. В этой огромной вселенной никто не ценит честность и договоры, как торговец. Но будь начеку, особенно если собираешься заключить с ним какое-нибудь соглашение. Тщательно изучи все подробности. За рамки сделки он не будет учитывать твои права. Только добиваться выгоды для себя. Почему ты думаешь, что он стоит за всем этим? Я все еще убеждена, что положение Светлячка связано с охотниками за Сталлоронами, как мы и предполагали. Но, как ты знаешь, Авантюрин указывает на галактического рейнджера. Не знаю, почему он так решил, но у Авантюрина есть доступ к информации, к информационной сети КММ, и нам стоит серьезно обдумать его точку зрения. Более того, я считаю, что Ахерон тоже что-то скрывает. Нет, скажу иначе. Она скрывает от нас все. Я узнала это во время нашей прошлой встречи. Совершенно неожиданно для себя.
Что касается банды уничтожения, могу доказать, что слова Авентюрина – правда. Вот почему на Золотом Балу она – главное украшение. Ты готова вытащить меня из зоны воспоминаний? Конечно. Но не сейчас. Понимает, ты сбита с толку. Я печально. Кем бы ни была та девочка, живым человеком, ярким воспоминанием, она исчезла, словно круги на воде. Несмотря ни на что, я надеюсь, что ты сможешь доверять Авентюрину. Или скорее доверять мне и увидеть истину собственными глазами. Так мы приблизимся к тайне, что хранит Пинакония. Я защищу тебя, а как только получу от него больше информации, целости и сохранности верну тебя к твоим спутникам. Я делаю это ради истины, и дабы избежать очередных ненужных жертв. Это правильный выбор. Ты права, идем. Откуда мне знать, что ты не хочешь навредить мне? Может, он и собирается тебе навредить, но я точно нет. У сада воспоминаний глаза повсюду. Если Авентюрин захочет причинить тебе вред, ему придется сразиться с хранителями памяти. Я его предупредила. Я останусь с тобой и буду сопровождать тебя в облике нем-существа. Так, на всякий случай. Ну, Лэйси, нам пора. Так. Нужно встретиться с Авентюрином. Или отказаться помогать ему. Ну, мы уже отказались. Концовка получилась топчик. Чудесно! Знал, что ты придешь. Кстати, насчет хранительницы памяти. Да, неважно. Не буду больше поднимать этот вопрос. Как я говорил, ты можешь поддерживать связь со спутниками или даже выступить против меня. Я приму подобные действия безоговорочно. Это лишь раскроет твой потенциал. Я не заключаю невыгодных для меня сделок. Так что надеюсь, мои друзья меня не подведут. Прошу, сюда. О, верно. Кажется, я что-то сказал. А что я сказал? А, знакомый коридор, знакомый номер. Помнишь? Последний раз мы встретились здесь. Она ждет за дверью. Сделай глубокий вдох и приготовься. О, я помню, подруга. После мы сыграли в увлекательную игру. Скажи, тебе все это не кажется удивительно знакомым? Я вспомнил, когда я сказал тебе это. Смотри, друг мой. Игра уже началась. У меня предложение, от которого ты не сможешь отказаться. What? Еще один труп. Продолжение следует. В смысле продолжение следует? Все? Ждем обновления 2.1? Или что?
Сама. Тадайма. Братишка, я вернулась. С возвращением. Как идет подготовка к выступлению? Не волнуйся, все в порядке. Так, стоп. Что происходит? Это, учитывая, что имя у нее не указано, это кто-то другой. В порядке. Это плохо. Ты гордость семьи. Не позволяй ненужным эмоциям повлиять на твое пение. Да, я знаю. Брат, ты, кажется, не в духе. Что случилось? Это из-за списка гостей часовщика? Да, мне доложили, что некоторых настигла смерть. Возможно, за этим кто-то стоит. Мне жаль. Забыл, что ты только что вернулась. Ты, наверное, не в курсе. По непонятной причине кошмар, имя которому смерть, явился на Пиноконию. Он поражает всех без разбора и несет духовную гибель. Таких потрясений не должно случаться в утопической грезе, созданной семьей. Они уничтожают равновесие и спокойствие грез. Как гнусно. Поверить не могу. Кто-то снова убил? Да. Двоих. Нелегал и... Тебя. Довольно, недотёпы. Ты меня расстроила. А, понятно. Ты умён, пернатый. Ода гармонии поёт о честности. В начале речи недотёпы полна абсурда. В финале злодейского безумия. Прошу, уходи. Тебе не рады в мире грез. Ой, да ладно, зачем так серьезно? Цитаты, отсылки. Мне просто любопытно. Уже дошло до такого, а семья все еще отказывается бороться? Ну, твоя сестра, считай, мертва, да? Правда? И не говори, что не хочешь отомстить. Еще не время. Когда этот день настанет, я буду непоколебим. И свершу правосудие. Ого, да у тебя просто каменное сердце. Возможно, нам удастся поладить. Как тебе такое предложение? Я заменю твою сестру. Ты же не хочешь, чтобы мир узнал об отмене фестиваля гармонии? У семьи есть план. Не посрами мою сестру снова своими лживыми речами, недотёпы. Ладно, ладно, давай так. Если у тебя будут проблемы, я тебя прикрою. Ну, кто стоит перед парнем с такими острыми крылышками? В этом нет необходимости. Злодей уже разоблачен, и вскоре он пойдет жертвой собственных козней. Ну, Грэди, Ханаби просто говорит о себе в третьем лице. В переводе, ну, в японской версии. В русском это не сохранили, как и в английском. Это когда даже с японского переводят многие другие игры. Как бы... Тот факт, что персонаж говорит о себе в третьем лице, говорит о том, что он еще довольно незрелый. Обычно так именно говорят дети. Вот.
Как там в китайской версии, вопрос. Так же, как в японской или как в русской. Так что тут читаем, как написано, и все. Если он не свернет с этого пути, то они обратят против него свои мечи и луки. И преступник погубит сам себя. Когда настанет час, небеса раскроют, что он всего лишь простой смертный, обреченный пасть преисподня. Я принесу тебе эту добрую весть в числе первых часовщик. Все? Все. О. Ну, клево, мне понравилось. Я доволен. Я доволен. Прямо не ожидал, что будет так хорошо. Особенно учитывая, что я видел комментарии на днях, что типа, что-то как-то все не очень. Да нет, все даже очень. Все очень хорошо получилось. Интересно, что будет дальше. Ну и насчет смерти. Ну, я ожидал смерти в следующем обновлении только. Как бы, блин, в первом обновлении в 2.0. Я думал, нас просто будут знакомить и все. С этим. С новыми персонажами, с новым местом и так далее. Но тут уже началось. Ну... Надеемся, что Светлячок все-таки жива. Как бы, блин. Я не помню. Нам вроде не объясняли, что случается с человеком в реальном мире, когда его убивают в виртуальном. Но учитывая, что мы видели с Робин. Да. Да. В общем, ждем следующее обновление. Оно когда там будет? В феврале, в конце где-то, по-моему. Так, если ты умираешь в мире грез, то просыпаешься. Ага. Об этом было где-то написано? Я просто не помню, такой момент было. Ну тогда со Светлячком все должно быть в порядке. А насчет Робин, ну, к сожалению... Да. Печально, печально. Так, вижу, мне там кто-то что-то написал. Здравствуйте, госпожа Лэйси. Кто-то пожертвовал нашему магазину пузырь грез. Спектральный анализ подсказывает мне, что пузырь вас заинтересует. Кто его пожертвовал? А, Сэм? Разве? Кстати, я пропустил этот момент. Ага. Это, как я понимаю, личный кви... Да-да. Ну да, как бы вспоминая битву с этим мемом смерти, то когда мы сражались, он будто брал именно души наших персонажей и замораживал их. И потом мы их освобождали. Так что учитывая, что Светлячка действительно убил как раз таки типа этот мем, то можно сделать предположение, что он взял ее душу и заморозил где-то у себя. И скорее всего мы будем ее спасать в следующих обновлениях. Ну, кстати, да, надеюсь. Ну вот, духовную погибель. Так что, ну... Как бы, да, один труп у нас есть, как бы с Робином уже все понятно, к сожалению. Но со Светлячком все-таки есть надежда, поэтому... Не плачем пока что. Робина, конечно, жаль, но, к сожалению, мы с ней... Не провели особо много времени, мы просто там вначале пообщались чуть-чуть и все. Какой-то эмоциональной связи с ней сформировать не получилось еще. Ну, как минимум, лично у меня. Да, это миссия компаньона. Ну, в общем, реально очень клево. Вот с сюжетом тут все хорошо. Меня радует. Так.
Ну что ж, ждем новое обновление. Пока ждем новое обновление, у нас и миссия компаньона. Сколько у нас время? Еще и винтик. Так, есть теория, что это был фейк, в смысле насчет смерти Робин. Ну, не знаю, я почему-то сомневаюсь пока что, учитывая все эти разговоры, особенно то, что было после финала. Но Грэди, она пришла, потому что предложила ему занять место сестры. Очевидно, что у нее есть какие-то свои цели, ради чего ей хотелось бы выступать в этой роли. Так что да. Ну, Грэди, хз. Может, как-то связано с Черным Лебедем. Или с Авентюрином, скорее. А, ну стоп, они же с Авентюрином встречались. Он мог ей сообщить. Передать эту информацию. Тут много всего. Ну, то, что она его послала, это не важно. Ну, блин, да, действительно, хороший вопрос. В общем, я надеюсь, узнаем потом. Там еще и сайды есть, вот. Кстати, да, может там что-то еще интересное раскроется. В общем, давайте тут сделаем пока что перерыв, и продолжение следует.